Тот, кто начал учиться молитве, он должен опираться на кого-то сначала. Потом он будет опираться на свою память. Придет время, когда память о святости станет очень жгучей и сильной. Тогда ему не нужен больше никто. Поэтому люди должны также собираться вместе для молитвы. Им лучше будет вместе молиться. Они друг на друга опираются в это время. Они слушают, как все молятся, и повторяют вместе с ними. В одиночку очень сложно. Потому что ты еще не соединен с Богом. Ты его не помнишь. Поэтому ты мучаешь сам себя в это время. И голос у тебя напрягается. И все. Надо с помощью памяти это делать. А лучше всего, чтобы это был звук, а не память. Потому что когда человек звуки повторяет, память сама включается о Боге. Звук возбуждает память всегда. Запомните это.